constructive ijma da Azerbaycan ijma da biz zavallar yani müxtəlif dövlətlərdə Azərbaycanı təmsil edirlər. Buyurun. Salam, hörmətli əmir qardaş, hörmətli qardaş qardaşlarımız və xanımlarımız. Bugün həqiqətən də bu böyük bir bayramdır. Bu bayram tək illərin bayramı deyil. Bu bayram bütün Azərbaycanda yaşayan tüm insanların bayramıdır. Mən çox arzu edərdim ki, belə ki, bir tədbirlər təsdiq olsun və bugünkü bu tədbiri təşkil edənlərlə biz böyük minnətdarlığımız var. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мне, как представителю Республики Беларусь, вдвойне приятно, когда я вот сегодня приехал сюда, вот вижу такой уютный зал прекрасных односельчанинов. И действительно, я удивляюсь. Когда вот летом, буквально несколько месяцев тому назад, когда я был здесь, я видел только фасад этой школы. А сегодня, благодаря нашему президенту, сегодня мы в прекрасном зале сидим и смотрим друг другу в лицо и получаем удовольствие. Огромное спасибо от всех удинов, не только проживающих в нашей деревне за пределами нашей республики. Мы действительно должны гордиться, что у нас что в республике есть такие прекрасные люди, очень умный президент. Поэтому я даже хотел бы аплодировать. Я вам скажу про том регионе, где я проживаю. Значит, я живу в Республике Беларусь. Я бы очень хотел бы, чтобы вот многие приехали, и как гости, как даже официально можно приехать, подошли нашему послу, многоуважаемому. Просто вот посмотрели бы, как проживают люди в Республике Беларусь. Вот устроены агрогородки. Для молодых специалистов сделаны готовые европейского типа коттеджи. Люди пришли, отключили, дошли. Врачи, стоматологи, педагоги, зоотехники. Это очень радует. Сейчас очень большим темпом, конечно, развивается экономика Азербайджана, в том числе и республики Беларусь. Сегодня товарооборот между нашими республиками составляет 500 000 000 рублей. Мы даже хотим, чтобы эта сумма была увеличено несколько раз, даже больше 1,5–2 миллиона. Очень тесные, хорошие отношения между нашими двумя главами государства, Александром Григорьевичем Лукашенко и там Карачева Лев. Даже когда я был в летнем конгрессе мира за Казанцев, наш многоуважаемый президент Хамай Лев выступал, что то, что происходит за пределами Азербайджан, мы все прекрасно видим и все знаем. Он призывал нас единственным. Никогда не может быть, что я в Динке Азербайджан, мы все одно целое. Мы одно целое. Нас ничего не может отделить друг от друга. Мы действительно сегодня себя чувствуем в Азербайджане, в Саудии, очень прекрасно. И как в свое время подходит Гейдар Алиев сказал, я горжусь, что я азербайджанец, мы каждый должны гордиться, что мы удины, проживающие в Азербайджане. На нас нет, что мы Азербайджан, мы одно целое. Вот было недавно, мы вспоминали шахидов, те чудовищные дни, которые произошел в Ходжалы. Там был такой маленький даже и кассета, пришли сотрудники посольства. Мы очень даже старались, что белорусская газета «Бабрушский видео» смотрел эту кассету, дал свою резолюцию. Они посмотрели, действительно все ужасались. Действительно такое ужасное, что вот варварски войти в деревню, убивать беременную женщину, это даже во время войны такого не было. Мы вот вспоминали этих шаидов, потом после этого провели большой праздник Навруз. Кстати, ко всем азербайджанцам поздравляю с этим прощущим праздником, чтобы таких праздников было побольше. Я еще раз вас всех призываю, что мы сами должны тоже что-то думать о своей родной деревне. Одна рука хорошо, два еще лучше. Потому что один, как говорится, поле не воин. Я даже многими, ну,
руководителями встречались, даже в Республике Беларусь, даже недавно была презентация книги Зарита Ханым Абдуллаевой, там были два депутаты Милли Мэджлиса Республики Азербайджанские, мы очень много беседовали. Естественно, конечно, сегодня помещало бы знать, хоть маленькая поликлиника, типа медицинская, как говорили, мало людей прошло, почти около 80 тысяч человек, что, допустим, тяжелое время не бегать. Ну, я думаю, что со временем это все будет. Дело стадион, я даже в моем интервью в газете «Зеркало», я это все говорил, как что людям было написано. Ну, естественно, в республике сейчас идет военные проблемы с соседями моими, потому что никто свои земли за даром или так даже не продаст, каждый кусок земли для нас, для всех, наверное, дорога. Мы будем стараться, чтобы это вернуть, таким на тут не было. Но все-таки я много говорить не буду. Еще раз хочу поблагодарить вас всех организаторов. И действительно, это такую возможность, что мы сегодня мы могли видеть встречаться на сей раз друг с другом. Ну что, всем огромное вам спасибо,